Что случилось? Почему поезд стоит на месте? Самое время дожидаться, пока нас снова схватит этот ненормальный. У нас тут небольшая проблема. Не волнуйтесь, сейчас я все улажу. Оскар, вот и я. Поехали отсюда скорее. Рад вас снова видеть, Кейт Уолкер. Будьте любезны пройти в вагон, где находится мисс Елена. Совершенно очаровательная дама. Она помогла мне привинтить руки на место. Но должен вас предупредить, что дополнительные пассажиры у нас не предусмотрены. Надеюсь, вы не потеряли билет до Аралабада. Оскар! Вас понял, Кейт Уолкер. Поезд отправляется немедленно. Алло. Кейт, привет, это Дэн. Как дела? Теперь все в порядке, спасибо. Вот пару часов назад мне пришлось вырывать одну пожилую оперную диву из лап чокнутого маньяка и убегать из заброшенной шахты. Господи, вспомнишь, вздрогнешь. Можешь мной гордиться. Кейт, я ничего не понял. Я тебя не узнаю. А, неважно. Как у тебя дела? Да все в порядке. Ходил в ресторан с Гольдбергами, выиграл наконец-то у Боба в сквош, домработница кокнула вазу в прихожей. А так, ничего нового. Ясно. Так все в порядке? Да, да, все в порядке. Не скучаешь без меня? Да, конечно, скучаю. Я говорила с Оливией, она немного расстроена. Тебе нечего мне сказать? Не знаю, что на меня нашло. Прости, Кейт, все произошло так быстро. Я просто не мог с собой совладать, понимаешь? Не знаю, сможешь ли ты меня простить. Я вел себя как последний ублюдок. Не знаю, Дэн. Может быть, я сама во всем виновата. Может, это я тебя оттолкнула к Оливии в постель. Я понимаю, эта поездка нас разлучила. Да и я уже не совсем та Кейт, которую ты знал. Знаешь, самое смешное, что я ни о чем не жалею. Что с нами сталось, Кейт? Может быть, мы просто поняли, что не любим друг друга? Мы могли бы поговорить, когда ты приедешь, если ты только хочешь. Не знаю, Дэн. Поживем, увидим. Оскар, сваливаем отсюда живо!
Ты в порядке, Оскар, цел? Чувство юмора не заложено в мою программу, Кей Уолкер. Вам бы следовало об этом догадаться. Оскар, хватит, перестань дуться. Мы вышли из этой переделки целыми и невредимыми, и даже, можно сказать, с блеском вышли из положения. Вы правы, сказать так можно. Эй, а что это ты делаешь на платформе? Не похоже на тебя. Я собирался слегка проветриться и очистить свои суставы от накопившейся пыли и паутины. Но этот ветер с моря просто ужасен. Думаю, лучше вернуться в наш теплый и уютный поезд. Ну да, и оставаться там пожизненно. Знаешь, Оскар, несмотря на все наши беды и на твой характер, я буду скучать без тебя. Почему вы нас покидаете, Кейт Уолкер? Да, мы нашли Ганса Фуральберга, и мне пора в него. Вам решать, Кейт Уолкер. Оскар, мы можем ехать дальше? Можем, Кейт Уолкер. Только сначала нужно завести пружины поезда. Разумеется. И как это я забыла? Сию минуту, сэр. Оскар, ветер утих. Может быть, ты пойдешь со мной? Кейт Уолкер, такой чувствительный механизм, как мой, обладает повышенной реакцией на низкие температуры. С тех пор, как я здесь была в последний раз, погода изменилась. Ветер спал и пошел снег. К сожалению, я не сопровождал вас во время вашего первого визита в Аралабад, Кейт Уолкер. Вы бросили меня на произвол судьбы на той ужасной фабрике. Оскар, знаешь что? Ты меняешься. Ты, может, сам не замечаешь, но ты изменился. Перемены не заложены в мою программу, Кейт Уолкер. До встречи! Я буду... Привет, Оскар. Здравствуйте, Кейт Уолкер. Оскар, по-моему, все готово. Можем ехать. Вы удобно уселись? В таком случае мы можем запустить механизм и отправляться в путь. Вскоре я прокомпостирую ваш билет. Оскар, ты можешь дать мне хоть немного отдохнуть? Мисс Уолкер! Мисс Уолкер, подождите! Не уезжайте! Мисс Уолкер! Мистер Феликс, что случилось? Что-то с мадам Романской? Не-не-не-не-не-не! Наша звезда цветет, благоухает, пахнет, как роза. Для вас пришла посылка на наш адрес. Я и говорю себе, говорю, Феликс, поймай ее, пока она не уехала. Посылка? Для меня? Это невозможно. Не-не-не-не-не, на ней написано... Для мисс Уолкер, вот, черным по белому, все. Что же вы мне раньше не сказали? Так она только что пришла. Ясно. А кто ее доставил? А кто? А я не знаю. Я отлучился на несколько минут. Понимаете, шел решающий матч. Прихожу, она на стойке лежит. Ну же, заберите ее, хорошо, а? Ладно? Хорошо. Thank you.
Мистер Феликс. Чем могу служить? Я пришла за посылкой. Она вас ждет на стойке, мисс Вон. А, спасибо. До свидания, мистер Феликс. Так вы что, вы не передумали, не? Я бы вам королевский люкс уступил с королевской скидкой. Одеялко дам. Большое спасибо, но мне пора ехать. Алло. Кейт, где вас черти носят? Мистер Марсон, ну, пожалуйста, поймите. Что я должен понять? Я и так все понимаю. Во-первых, наш клиент готов разорвать соглашение, если все не будет улажено в ближайшие 24 часа. Во-вторых, это влетит нам в копеечку. В-третьих, я сильно ошибся, когда доверил вам это дело. Вот что я понимаю. Да, я знаю, что это все так и выглядит, но... Никаких «но», мисс Уолкер. Вы уже столько времени не можете найти какого-то несчастного старикашку. Знаете, он вовсе не старикашка, он великий изобретатель. Хватит болтовни. Мне не нужны ваши оправдания. Мне нужны... Я все поняла, мистер Марсон. Я постараюсь вас не подвести. Алло, добрый день, отель Кронский, Феликс Сметана у телефона. Да-да, мадам, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Она сейчас здесь, передо мной, мадам Придли, как живая. Да, сию минуту. Шо вы? Шо вы не стоит, мадам, шо? Мисс Уолкер, мадам Романская ждет вас в баре и просит поторопиться. Спасибо, иду. Мадам Романская, вы хотели меня видеть? Наконец-то, дорогая моя, я хотела с вами поговорить, прежде чем вы уедете. Понимаете, я бы не хотела, чтобы у вас сложилось превратное впечатление. Несмотря на неудачу в Комсомольске, я вам искренне благодарна. Вы помогли мне на время забыть об этом мерзком курорте и о пляже, где я валяюсь весь день, изнывая от скуки. Я рада, что вы не сердитесь. Время летит так быстро. Сначала ты на вершине славы, и тебе кажется, что это навсегда, а потом все рушится, и тебя забывают. Мадам, не стоит быть такой пессимисткой, это вам не к лицу. И если рядом нет никого, кто мог бы помочь, для тебя наступает долгая и холодная зима. Может, вам просто стоит отдохнуть? Нам пришлось нелегко, столько всего. Вы, наверное, просто устали? Когда я вернулась, Ганс научил меня радоваться жизни. Он ведь тоже болел. Вы бы слышали, как он кашлял. Он ведь провел столько времени на фабриках, надышался там дымом. Потом ему стало лучше, и он уехал. А я осталась здесь, вместе со своими воспоминаниями. Ганс фон Райсберг? Ганс был такой жизнерадостный, такой беззаботный. Конечно, он был слегка не в себе, как говорится. Это был ребенок. Ребенок, который делает прекрасные игрушки. Наверное.
А теперь он бог знает где. Слышали? Прибыл самолет с продуктами для гостиницы. Может быть, вы сходите посмотреть? Зачем? Я стара, я устала. Мне было приятно увидеть вас, Кейт Уолкер. Но... До свидания, Джеймс. Присматривай за мадам Романской. Для этого я и предназначен, мисс. Да сопутствует вам удача. Снег — это добрый знак. Правда? Когда идет снег, ветер утихает. К тому же снег скрывает соль и песок. Воздух становится чище. Идеальные условия для прогулки. Отлично. Спасибо, Джеймс. Добрый день, сэр. Мистер Форальберг? Ганс Форальберг? А, вы привели сюда поезд. Это хорошо. Мистер Форальберг, вы себе не представляете, как я рада вас видеть. Меня зовут Кейт. Где Анна? Ваша сестра скончалась, мистер Форальберг. Мне жаль, очень жаль. А, понятно. Иначе это она бы приехала, так? Она, а не вы. Полагаю, вы правы, мистер Форальберг. Меня зовут Кейт Уолкер. Я... Кейт Уолкер, понятно. Я уезжаю на поезде. Уезжаю далеко. А куда вы едете? Туда, искать Сибирию. Сибирия. Мистер Форальберг, мне поручили оформить продажу вашей фабрики во Володелине. Понимаете, это моя работа. Анна говорила, автоматы. Их больше не будет, так? Мистер Форальберг, фабрика принадлежит вам. И для оформления сделки мне нужна ваша подпись. Понятно. Тогда я уезжаю на поезде. Вот договор о продаже. Вы можете его посмотреть? Ваша сестра была согласна со всеми условиями. Нам нужна только ваша подпись. Как? Вы подписываете, не читая? Я не умею читать. Не знаю, как это делается, Кейт Уолкер. Ну, если так, тогда давайте я вам его прочитаю. Нет, все в порядке, не надо. Мне нужно уехать на поезде, Кейт Уолкер. Как пожелаете, мистер Форелли. Желаю вам счастливого пути. Алло. Слушайте, Кейт, я высылаю вам подкрепление. Не нужно, мистер Марсон. Что значит не нужно? Ганс Форальберг только что подписал бумагу. Все в порядке. Вы что, хотите сказать? Ну да, исключительные права на производство и технологии Форальбергов теперь принадлежат игрушкам по всему свету. Да это же прекрасно, Кейт. Отлично, вы просто молодец. Я знал, что на вас можно положиться. Поздравляю! Спасибо, сэр. А теперь немедленно возвращайтесь. Я хочу, чтобы завтра же этот договор лежал на моем столе. Секретарша сейчас будет договариваться о встрече с игрушками. Вам же наверняка захочется вручить им контракт самой. Да, пока не забыл. На дело со Сванским аэропортом пока никто не назначен. Это будет громкий процесс. Великолепная возможность сделать карьеру. Если хотите, оно ваше. Считайте это моим способом сказать спасибо, Кейт Уолкер. Спасибо, вы так добры. Кейт, вы можете стать отличным юристом. Ну, до завтра. Еще раз поздравляю. И не потеряйте бумаги по дороге, хорошо? Вот это был бы номер. Да уж, сэр.
Кейт Уолкер. Да, мистер Фарельберг. Вы поедете со мной на поезде, Кейт Уолкер? Нет, нет, спасибо, мистер Фарельберг. Но для меня это приключение закончено. Плохо. Глупо. Вы не любите приключений, да? Ну, не совсем. Я хочу сказать, может быть, на этот вопрос не так-то просто ответить. Да. Мне нужно возвращаться в Нью-Йорк. Меня там ждут, понимаете? Понимаю. Самолет. Он тоже полетит в Нью-Йорк. Правда? Может быть. Я лучше попробую это уточнить. Так будет разумнее. Наверное. До встречи, Кейт Уолкер! Да, до встречи, мистер Фарельберг!